меня были проблемы. Я зашел чересчур далеко. Нижнее днище нижнего ада мне казалось не так глубоко. Я позвонил своей маме, и мама была права. Она сказала: немедля звони человеку из Кемерово. Он скуп на слова, как Де Ниро, с ним спорит только больной. Его не проведешь на бикини, он знает ходы под землей. Небо рухнет на землю, перестанет расти трава. Он придет и молча поправит все, человек из Кемерово. Адам стал беженцем, Авель попал на могильную связь. Но и не достроил того, что он строил, нажрался и упал лицом в грязь. История человечества была бы не так крива, если бы они догадались связаться с человеком из Кемерово. Звонили из Киева, звонили из Катманду, звонили с открытия пленума. Я сказал им, что я не приду, но что будет выпить на ночь 2 литра воды, чтоб с утра была цела голова. Ведь сегодня я собираюсь пить с человеком из Кемерово. Послезавтра я опять буду здесь. Я учусь у луны, ты сам себе господин. Кто бы ни был со мной, я все равно изначально один. Я вышел из пламени, отсюда вся моя спесь. Но если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Если будет смоют город, ну извини. Я был в обиде на тебя, мое сердце было в тени. Через стены этой гордости не так легко перелезть. Но если я прощаюсь послезавтра, я опять буду здесь.
меня плохая память. Я мерзительный прав. Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав. Но в мире есть что-то, чего не выпить, не съесть. Если что-то не так, то послезавтра я опять буду здесь. И никого наверху. Я бы соврал, если бы сказал, что я в курсе. Но Бог не ангел, просто такой, как он есть. Если я прощаюсь послезавтра, я опять буду здесь. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я.